Ежегодно 6 июня отмечается День журналиста. Это день не только профессиональный праздник для работников СМИ, репортеров, корреспондентов и журналистов. Это еще и общенародный праздник, потому что сложно представить себе современное общество без информации и без профессионального взгляда на факты и события из нашей жизни. И в этот день Робинзон ТВ решил узнать у харьковчан, зачем нужны журналисты. Ну, конечно, знаю. Это четвертая власть для высветления всех подий, действий, которые происходят в жизни, в мире, в обществе. Обязательно нужны, без них никуда. Мы опустимся в каменный век или превратимся в аморфную Северную Корею, где будет навязана точка зрения тех людей, которые находятся у власти. Ну, скорее всего, для того, чтобы доносить быстро и эффективно информацию, которая существует и распространяется с молниеносной скоростью, так как 21 век сегодня, нанотехнологии, и профессия журналиста, она не усложняет, а наоборот облегчает возможность донести до людей ту или иную информацию или те или иные события, которые происходят на планете Земля. Три пункта, я считаю. Для нашего увеселения зрительского, ну, нам хочется чего-то веселого, радостного. Второе, для получения информации, все-таки мы живем не в средние веки, и людям просто необходимо знать, что творится вокруг, что нас окружает, чего нам ждать, какая погода, в принципе, будет тоже. Ну и во-вторых, это для контроля, можно даже так сказать, чтобы там люди вели себя более скромно, знали, что есть вот журналисты, они придут, снимут, потом покажут, потом может быть стыдно. В общем, так. Новости, чтобы донести до людей информацию, которую они не могут знать сами. Да. Да, вот. А вы как думаете? Чтобы люди знали больше. СМИ созданы для того, чтобы преподносить людям информацию, которую они не могут узнать с других концов света, и чтобы люди были в курсе всех событий и жили сегодняшним днем.